происходит? Почему вы пристали? А в чем дело? Объясните, Александр Петрович. Александр Петрович, объясните, пожалуйста, в чем дело. Александр Петрович, вы объясните, в чем дело? Я вам все объясню. Пойдемте. Ну хорошо, вещи, вещи. А основание-то какое? Нам объяснит кто-нибудь? Так, а что он утаскивает человека? Он крышует вот ее сейчас. Дымченко Александр Петрович. Почему сразу не представляется Александр Петрович? Он сразу представляется, когда обращается к вам. Теперь, да, вы устранили нарушение. Это хорошо. Мы вчера здесь были, покупки совершали. Так. Ну, здесь есть вот директор какая-то некомпетентная. Сейчас пыталась совершить при ваших коллегах из, что у вас там, полка или батальон КПС. Открытое хищение вот данной видеокамеры Panasonic. Со мной не тыкайте, пожалуйста. Не трогайте, руки, сказал. Руки. Не трогай. Руки от имущества. Руку убери, я тебе сказал. Девушка, отпустите камеру. Ты что, вообще охреневшая? Что, борзела, что ли? А? Ну, а вот так хватало и за вот этот элемент камеры. Видите, крепление уже поломано. Вот она вот так вырывала у него принадлежащее ему имущество. Вот я все это видел. Сотрудники ППС видели. Вот, а нужно-то было прийти, прокомментировать, почему в магазине осуществляется продажа детского питания и других товаров с истекшим сроком годности. И все. Ничего не дали, она не выходит. Когда вышла она сюда в торговый зал, только когда КПС приехали. Она, я не знаю, увидела, может быть, сотрудников полиции, каких-то своих личных юристов, чтобы из них не стало потребителям вести диалог. Вот устроила здесь настоящее шоу, вырвала у Кирилла камеру и вышла только при сотрудниках полиции. У нее были противоречащие всем нормам права и закона требования к сотрудникам полиции вышвырнуть, вывести, выкинуть нас отсюда. Вот я не знаю, может, будете исполнять или законные требования. Сначала нужно нам провести такое вот наше, да, служебное расследование. Крышует этот магазин полиции или не крышует? Если вдруг, я говорю, нам надо понять, я же не утверждаю. Вот. Если полиция крышует, Тухлый Притон вдруг крышует, да, то, естественно, полиция будет по его просьбе нас выкидывать. Если не крышует, если полиция на светлой стороне, то, естественно, будет составлен протокол осмотра места происшествия. Все это будет изъято протоколом осмотра места происшествия и передано по подведомственности в рамках 779 приказа в территориальный отдел Роспотребнадзор. Здесь две покупки. Вот сейчас пишется претензия в досудебном порядке. Я хочу, чтобы вы в устной форме приняли, воспользовались протоколом принятия устного заявления и записали с моих слов. С нарушениями, смотрите, иногда бывает ввиду с нарушениями, вот у нас требования редакции, вот у нас, по крайней мере, вести съемку горизонтально, вот так. Иногда, к сожалению, получается, что я действительно веду съемку с нарушениями, то есть вертикально. Вот. И нет, я серьезно говорю, с нарушениями для нас этого. О чем? Про нарушение в съемке. Вот я нарушаю, бывает. Собирайся. Кир, за портфелем смотри. Магазин. Ну. Да. Да. Что он сказал? Нет, не является персональными данными. Персональными данными являются номера банковских карт, паспорт и так далее. Нет. Если мы что-то делаем противозаконное, берете нас, привлекаете. Не вопрос. Привлечете? Я думаю, нет. Не вводите, пожалуйста, нас в заблуждение. Вы полицейский?
ФЗ номер 3 от полиции, что нам говорит? Деятельность полиции гласна, правильно? Вы при исполнении сейчас? Сотрудник полиции, вы сейчас не об этом думаете. По другим гражданам. Граждане не являются основным объектом съемки. Он меня снимает, я его попросил. Мои диалоги в целях защиты моих законных прав и интересов. Я вам тоже разъяснил. Вопросы еще по поводу съемки есть, про нарушения? Извините, мальчик, пожалуйста. Давай зайдем. В кабинет пойдет, это коррупционная составляющая. Товарищ майор, да. Не рекомендую вам ходить в подсобное помещение, так как мы будем усматривать коррупционную составляющую. Вы не можете мне рекомендовать. Сам... Рекомендую вам не туда не ходить. Я вам еще раз будет написана жалоба на вас. Вы на то, что вы сделать. Ходите в подсобное это помещение. Я вам еще раз поясню. Вы мне рекомендации не делаете. Да? Да, я сам рекомендации решил. Дают да. Граждане вам. Граждане. То есть вы будете игнорировать, да? Что игнорировать? И пойдете все равно в подсобное помещение. Почему не могу пойти в подсобное помещение? Потому что это подсобное помещение. И что? Я, как гражданин и заявитель, ну, буду усматривать коррупционную составляющую. Вспомнил, то есть вы все равно будете игнорировать и пойдете? Что значит игнорировать? Я принимаю сам решение. Куда то и значит, товарищ майор, то и значит. Не перегибайте. Сотрудники полиции, госномер Роман 019978 регион, стоят с нарушениями, Адмиралтейский район, центрального района, линия, соответственно, а вот пешеходный переход. Что, все-таки коррупционная составляющая здесь, да? Конечно, снимают. Гражданин, пройдемте. Не трогайте меня. Не трогайте. Пройдемте. Не трогайте. Пройдемте, меня. Гражданин. Не трогайте меня. Пройдемте, гражданин. На основании. Основание? Да. Вы будете доставлены в отдел полиции. На основании. На основании заявления. Какого? Что там происходит? Что происходит? Почему вы пристали? А в чем дело? Объясните, Александр Петрович. Александр Петрович, объясните, пожалуйста, в чем дело? Александр Петрович, вы объясните, в чем дело или нет? Я вам все объясню, пойдемте. Ну хорошо, вещи, вещи. А основание-то какое? Нам объяснит кто-нибудь? Так, а что он утаскивает человека? Он крышует вот ее сейчас? Попросил нам оказать содействие. Попросил оказать содействие, медвежью услугу? Так давайте сюда ответственно от руководства вызовем. Вот это Кирилла вещи. Берите друга, это тоже вас? Тоже наш. И вот если сейчас действие окажется незаконным. Вам помочь? Чемоданчик.
сами возьмите. Нам с чемоданчиком. Я не знаю уже. Помочь, не помочь. Но он хочет бездействовать, он хочет крышевать этот магазин. Я не знаю, участковый, значит, что-то увидел. Александр Петрович, да. Забирайте тогда еще ту, которая хотела у Кирилла отобрать камеру. Со мной не тыкайте, пожалуйста. Не трогайте, руки, сказал. Руки. Не трогай. Руки от имущества. Руку убери. Руку убери, я сказал. Девушка, отпустите камеру. Ты что, вообще охреневшая? Что, борзела, что ли? Стало совершить отсутствие. Основание какое, Кирилл? Кирилл, вот ты забрал. А что у меня тащите как? А что вы силу ко мне сейчас применяете? Я не силу принимаю. А что вы делаете? Я вас придерживаю. Надо меня придерживать. Да сколько что? Р01997. А меня сюда нельзя, я инвалид второй группы. А я инвалид второй группы, меня нельзя сюда. Ты говорю, меня сюда нельзя, я инвалид второй группы. Будете подтверждение смотреть? А что у меня запихиваете сюда? Я помогаю, потому что здесь не трогать. То есть у меня здесь... Что вы делаете? То есть коррупционная составляющая есть все-таки, да? Это не доводы. Будет жалоба написана. Оскорблять каким образом, майор? Ты оскорбился, что ли, майор? А? Не тыкайте мне. А ты почувствовал на себе, что тебя тыкнули, что ли? Здесь камеру выключайте, лежит на объект, снимать нельзя. Камеру выключите. Не работает, все. Возьмите стакан, имею право, я не могу. Вас пока никто не будет. Конечно, съемку ведет.